Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Дауир, фамилия моя Шакиржан. Особо приветствую из подписчиков своего канала на YouTube, потому что целевой аудиторией моих видеороликов эзотерического направления являются брахманы, то бишь представители четвертой касты, потому что только они могут понимать внутреннюю суть и глубинный смысл моих видеороликов эзотерического направления, в том числе лекции и каких-то локальных понятий, которые мы более подробно рассматриваем. И для общего понимания мы рассматриваем термины восточной эзотерики. И есть такой термин анахата шабда. Анахата шабда – это звук, который не может быть услышан обычным слухом. Однако на определенной стадии своего развития человек может воспринимать анахата шабда во время медитации. Это, конечно же, и есть подлинное звучание мантры Ом. Вот такое вот определение есть у термина анахата шабда восточной эзотерики. И, конечно же, этот термин нужно знать и понимать для того, чтобы иметь более целостную, более полную картину мира, чтобы выйти за пределы какой-то конкретной узкой парадигмы. На этом до свидания, до новых встреч.